Собственное производство газоблоков запустили в Костанае. Ежегодно будут выпускать 75 тысяч кубических метров стройматериала. Отмечу, в этом году в регионе планируют сдать 500 000 квадратных метров. Наталья Строкова продолжит тему. Завод уже работает на полную мощность. Каждые сутки здесь выпускают 180 кубометров газоблоков. В год их будет 75 тысяч. Весь материал идет на строительство. Подходит для заполнения свайных домов. Стены полностью, перегородки, плиты можно на него ложить. Возможно, строить до 5-7 этажей смело. Делают газоблоки из отечественного сырья, песка, извести и цемента. Продукция уже прошла испытания и получила сертификаты качества. За ним строгий контроль. Лаборатория специально отбирает образцы, мы их продавливаем, смотрим на прочность, на плотность, подходят ли, как они себя ведут. И только после этого мы уже отгружаем. Раньше газоблоки застройщики покупали в России. В последнее время цена на них стала кусаться. Собственное производство избавило от лишних трат. Российские заводы отпускали газоблок по цене 48 тысяч за метр кубический. Где-то процентов на 25-30 дешевле получается здесь. И от рубля мы не зависим. В этом году в регионе планируют сдать 500 тысяч квадратных метров жилья. В приоритете местный бетон, металлоконструкции, кирпич и газоблоки. По бетону, металлоконструкции мы можем стабильно держать цену и контролировать цену. Вот это самое главное. По газоблоку и по кирпичу еще недостаточно. Нам нужно наращивать собственное строительное производство. Вот это важно. Производство газоблоков, которые пользуются повышенным спросом, на заводе планируют увеличить уже в следующем году. Также в регионе намерены улучшить инвестиционный климат за счет открытия новых строительных предприятий. Наталья Строкова, Ремик Мухамедьяров, Кустанай, Хабар 24.